Здравствуйте, в эфире телеканал «Просвещение», информационный проект «Медиакарта» Высшей школы России, проект объединяющий медиацентры высших учебных заведений страны. Каждую неделю мы вместе с нашими коллегами из вузов рассказываем вам о событиях в сфере науки и образования, а также студенческой жизни, о самом новом, что происходит в российских вузах. И начнем мы наше путешествие по медиакарте уже по традиции с Республики Крым. На связь с нами выходит Виктория Малыхина из Крымского федерального университета имени Вернадского. Здравствуйте, Сергей и все телезрители канала «Просвещение». Вас приветствует Крымский федеральный университет имени Владимира Ивановича Вернадского. Сегодня наш сюжет посвящен ветеранам Великой Отечественной войны. 19 февраля в Крымском федеральном университете имени Владимира Ивановича Вернадского состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению ветеранам Великой Отечественной войны юбилейных медалей в честь 70-летия Победы над фашистской Германией. Представители Совета ветеранов Таврической академии и работников правкома Крымского федерального университета тепло принимали дорогих гостей. Мы стараемся нашим ветеранам их отметить. Во-первых, сейчас сегодня будет замечательный концерт для них. Затем мы постараемся этих наших ветеранов наградить денежной премией или сделать такой приятный сюрприз для того, чтобы в конце они потом были удивлены тем, что какое отношение к нашим участникам Великой Отечественной войны, ради которых мы сейчас живем под голубым небом спокойным. Вторая мировая война была самой крупной и тяжелой войной в истории человечества. В ней участвовало 61 государство с населением свыше 1,5 миллиарда человек. Основной удар принял на себя Советский Союз. Наш народ сплотился перед лицом угрозы порабощения и уничтожения. Битва за Москву и знаменитое танковое сражение на Курской дуге, форсирование Днепра и освобождение Будапешта, жестокие бои на Сандомирском плацдарме и взятие Берлина. Дни и ночи больших и малых сражений, поражений и побед. Все было на войне. Об этом без всяких прикрас рассказывают наши ветераны. Великая Отечественная война для меня лично это, поскольку я родился в 1939 году, я помню 44-й год и послевоенные события и воспоминания моего отца. И это связано с тем, что, например, в моем селе, где я жил, родился, жил и вырос, 82 человека не вернулись с Великой Отечественной войны. Я работал на заводе номер 10 наркомата боеприпасов в городе Перми, который изготовлял взрыватели. Этот завод имени Дзержинского, он каждый третий взрыватель, который был упущен по врагу, получается, был сделан нашим заводом. В 1974 году, когда я поступил в университет, тут было очень большое количество ветеранов труда, ряд завкафедры, очень много доцентов, ассистентов. Но, к сожалению, сейчас осталось нам два человека. Я и Иван Григорьевич Губанов, бывший декан географического факультета. Мои первые участие в войне, так сказать, началось с того момента, когда, будучи колхозником, 16-летним, нас мобилизовали строить дорогу, мужество ее называют сейчас, город Старооскол, Ржава. По этой дороге потом шли все техника военная на Курскую дугу. Вот я там строил две недели эту дорогу мы строили. Я там две недели, а мама строила, за месяц построил дорогу это было, под бомбежкой немецких самолетов. Затем меня призвали по линии Савахима разминировать минные поля в Курской области. Вот там я получил боевое крещение. Многие мои ровесники погибли там, многие получили ранения. Вот самые тяжелые воспоминания об этой войне. Исторические факты, события, воспоминания тех далеких лет были представлены на выставке, которую организовала научная библиотека Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского. Сегодняшняя выставка посвящена, во-первых, Ялтинской конференции. И нам очень приятно о том, что в этой Ялтинской конференции присутствовал наш сотрудник нашего университета Гусев Константин Александрович. Он командовал ротой автоматчиков по охране этой делегации. И плюс те сотрудники нашего университета, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, и те сотрудники, которые служили в рядах Советской армии. И вот торжественная встреча ветеранов.
Под аплодисменты зала каждому из них вручают юбилейные медали с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни. Сейчас для них это самое главное. 19 февраля 2015 года в этот зал пришли всего лишь 25 человек. 25 ветеранов, перешагнувших в другую эпоху. И мы не должны забывать о стойкости, трудолюбии, героизме и лишениях простых советских людей. Особое внимание уделяется ветеранам, к сожалению, с каждым днем становится все меньше. И ту память о них, тот вклад, который они внесли для победы над немецко-фашистскими захватчиками, он высоко ценится в нашей стране. Именно по этой причине президент нашей страны Владимир Владимирович Путин принял решение об учреждении подобной награды 70-летию победы. И я считаю, что чем больше мы будем уделять внимание, чем больше мы будем привлекать молодежь и проводить подобные мероприятия именно в учебных заведениях, будь то школы, будь то вузы, тем больше мы будем делать вклад в патриотическое воспитание нашей молодежи, чтобы они понимали, какой ценой далась данная победа, насколько, в принципе, само по себе понятие война, насколько это страшно. И они каждый раз, выйдя на улицы ветеранов, уделили им отдельное внимание. Помнили всегда об этом. И об этом помнят. Потому что нет такой семьи, которую война обошла стороной. Это надо помнить и уважать ветеранов, потому что они сделали очень много для нашей страны. Показали, что нужно ценить свою страну. У меня по маминой линии принимали участие бабушка с дедушкой и прадедушка. Бабушка с дедушкой вернулись, слава богу, а вот прадедушка пропал. У меня бабушка с дедушкой, они служили в разных батальонах, как бы были. И вот бабушка писала письма дедушке, вот они сохранились. Письма с фронта до сих пор остаются свидетелями народного подвига. Они хранят не только ощущение времени и правду об ужасах войны, но и нежность, и любовь, и веру. Те чувства, которые делали мужчин бесстрашными на протяжении 5 лет. Здравствуй, дорогой папа. Я тебя очень прошу, если со мной что-нибудь случится, то помогай, пожалуйста, маме, ведь ей будет очень тяжело. Но это на всякий случай. Я думаю, что буду жив и здоров. Ну все, пока. До свидания. Крепко целую тебя. Твой сын. Работаем сейчас только по 10 часов, но зато сократили обеденный перерыв. Если раньше отдыхали по 2 часа, то теперь 40 минут. Работаем теперь днем, с 4 утра. Здравствуйте, дорогие мои мама и Полина. 19 января получил первое боевое крещение в бою за одну из деревень на Волоколамском направлении. Бой происходил ночью и продолжался до 5 часов, после чего немцы из деревни были выбиты и отступили. В первом бою, конечно, было немножко страшновато, но это ничего. Нужно привыкать ко всему. Живем пока не совсем хорошо, но чувствую себя хорошо, здорово. Сейчас мы живем в казарме, где очень много народу, и поэтому создается ряд неудобств. Но думаю, это временно, все устроится в лучшую сторону. Папа, все твои советы я буду всегда выполнять. Буду настойчиво овладевать боевым оружием, овладевать искусством бить так фашистских захватчиков, как бьют их сейчас наши товарищи на фронте. Будь спокоен. Твой сын не запятнает славное звание воина Советской Армии. Низкий поклон всем, кто отстоял мирное небо над головой. Крымский федеральный университет с вами не прощается, а говорит «до свидания». Виктория Малыхина, Станислав Мазур, специально для канала «Просвещение». Спасибо, Виктория. Ну а мы из Симферополя перемещаемся в Ставрополь. И сейчас на связь с нами выходит Елена Левенская с новостями Северокавказского федерального университета. Сергей, Северокавказский федеральный университет вновь рад приветствовать вас и всех телезрителей канала «Просвещение». Прошедшая неделя в крупнейшем вузе СКФО была богата на события. О самых интересных из них расскажем прямо сейчас. В СКФУ прошла неделя правовой культуры. Организаторы этой масштабной акции, охватившей весь вуз, предложили студентам побольше узнать о своих правах. Мы пытаемся действительно по максимуму вовлечь студентов именно в деятельность, касающуюся воспитания гражданской активности, чтобы они были активными участниками общественных отношений в нашем крае, в нашей стране, поскольку все-таки студенты федерального вуза, они должны быть первыми везде.
Знакомство ребят с законами проходило в увлекательной форме. Так в один из дней все желающие могли поучаствовать в мастер-классах. Как действовать в случае нарушения прав потребителя или устроиться на работу без лишних проблем. Как вести себя с правоохранительными органами. Вместе с приглашенными экспертами ребята искали выход из сложных ситуаций, опираясь на букву закона. Те ситуации, которые здесь были неординарны, они дали возможность поразмышлять над ними и понять, что не все в жизни будет все гладко и что иногда нужно будет решать все очень быстро. Еще одним ярким событием недели правовой культуры стала стратегическая игра «Вперед в будущее». Вместе с известными политическими, общественными лидерами и предпринимателями региона студенты разрабатывали стратегию развития Ставрополя на ближайшие 15 лет. Участники разделились на 6 направлений – сельское хозяйство, экономика, образование, технология, строительство и общественные отношения. Каждая группа выявляла тренды и намечала пути достижения высоких показателей развития в каждой области. После детального обсуждения команды представили свои проекты. Работу ребят и само мероприятие высоко оценили все приглашенные эксперты. Половина из этих идей достойные. Достойные именно в практической реализации. Часть идей, так как мы здесь предвидим будущее, что будет в 30-м году, да, абстрагируясь от тех реалий, которые есть сегодня, тоже могут быть полезными. Для СКФУ это был новый формат работы со студентами. Но, судя по отзывам ребят, он пришелся всем по душе. Для меня многое открылось в плане того, что я вижу, как работают достаточно успешные люди. Мне нравится их стратегии работы, нравится достаточно коллектив, увлекательно, интересно. Большой интерес у студентов вызвало яркое ток-шоу «Шаг в профессию». Его гостями стали действующие судьи, работники правоохранительных органов и адвокатуры. А завершилась неделя правовой культуры дебатами. В СКФУ наблюдали таинственные явления. Студенты физики показывали всем желающим интересные опыты и эксперименты. Например, как превратить лимон в батарейку или приготовить десерт с помощью жидкого азота. А во время одного из экспериментов студенты даже заставили струю воды замереть в воздухе. Зрители пытались разгадать происходящие на их глазах чудеса, опираясь на знания законов физики. Если это никому не удавалось, объяснения давали сами участники экспериментов. Если прошлые годы в тупик всегда, так сказать, часто аудитория заходила, когда требовалось объяснить явление, то в этом году, конечно, уже были слышны ответы непосредственных зрителей на данные вопросы, ну и более квалифицированно отвечали сами постановщики опытов. С каждым годом популярность мероприятия растет. Посмотреть на увлекательные опыты приходят ребята из других институтов СКФУ. Видел много новых интересных опытов. Сам учусь на химии, но физика эта с химией, она очень смешно идет. Поэтому было очень интересно, узнал кое-что новое. Многие из тех, кто наблюдал за экспериментами, решили в следующий раз попробовать свои силы уже как участники. Весело и ярко отметили студенты из КФУ традиционный русский праздник Масленицу. Несмотря на холода и морозы, ребята устроили гуляния с песнями, танцами, веселыми конкурсами на силу и ловкость. На празднике все институты приглашали дорогих гостей на свои подворья. Здесь можно было угоститься блинами с разнообразными начинками и другими традиционными угощениями. На одном таком подворье даже предлагали отведать главный символ праздника прямо с пылу с жару. Мы сегодня решили сделать такую интерактивную кухню, чтобы студенты могли попробовать блинчики свежие, горячие, по нашему фирменному рецепту. И при желании могли сами их испечь. Да, при желании могли бы сами их испечь. Вот, у нас есть свой чайник, чай, теплая компания, отличный домик с бабой, медведь, Маша, у нас все отлично. Как в старину, гостей встречали не только пирогами да блинами, но и песнями с прибаутками. Неудивительно, что праздник пришел совсем по душе. Завершился праздник награждением участников и фотографированием на память. На этом все новости на сегодня. Северокавказский федеральный университет прощается с вами до следующей недели. Передаю слово телеканалу «Просвещение». Спасибо, Елена. Ну а наша следующая остановка на медикарте – это город Казань. И сейчас я передаю слово Рейне Киряевой из Казанского федерального университета. Привет всем! В эфире Казанский федеральный, главные студенческие новости Универньюз. Сегодня я, Ралина Киряева, расскажу о том, чем нам запомнилась эта короткая неделя. Покорить 15 этажей Казанского федерального в забеге и прокачаться к следующему семестру удалось нашим студентам. А скоростной режим соревнований оценила Александра Волкова.
Энергичный забег по самой высокой лестнице деревни Универсиада стартанул 20 февраля. 44 участника, 15 этажей, хорошее настроение и спортивный вечер. Организаторы рассказали нам о целях студенческого забега. Мы поддерживаем спортивный образ жизни, здоровый образ жизни. Хотим, чтобы студенты не сидели дома, не бездельничали, а активно начинали второй семестр со спортивных состязаний. Начни семестр на высоте. Такой девиз мероприятия привлек молодежь и позволил испытать себя на выносливость, скорость и находчивость. Вчера я услышал об этом конкурсе от организаторов. Я хочу участвовать в этом соревновании и хочу победить. Я очень счастлив сейчас, что нахожусь здесь с людьми из России. Я желаю всем удачи. В предвкушении, на самом деле, так как участвую в первый раз, очень хочется проверить себя, попробовать что-то новое. Бег по ступенькам известных небоскребов мира называется Vertical Running – бег вверх, или Stair Climbing – подъем по ступенькам. Первое соревнование состоялось 34 года назад в Empire State Building в Нью-Йорке. В России соревнования проходят во второй раз в КФУ. До этого показывали свою спортивную сноровку студенты МГУ. Отстал, и я теперь пытаюсь преодолеть такую огромную дистанцию сама. Но ничего, у меня все получится, и мы идем вперед. Однако я недооценивала его. Участники нашли здесь новых друзей, зарядились спортивным настроением перед вторым семестром. Отличившихся в забеге решили поощрить. Им вручили сертификаты в спортивно-развлекательный центр. Однако на этом спортивная жизнь студентов не останавливается. Здоровый образ жизни должен соблюдать каждый из нас. Покорили 15 этажей деревни Универсиады, прокачали себя с головы до ног. Александра Волкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. О других новостях этой недели мы расскажем в нашем кратком экскурсе. В Высшей школе информационных технологий и информационных систем состоялся первый в Казани фестиваль веб-разработчиков. Участниками Казанского диджитал-фестиваля стали без малого 300 компаний со всей России. Среди спикеров кампуса были представители таких компаний, как Creative People, DoubleGiz, Mail.ru, 1С Bittrex, Aviasales, Lingualeo и многих других. Словом, весь цвет IT-индустрии страны ровно два дня точно был в Казани. Так что студентам Высшей школы ТИС повезло по-крупному. Чем интересны асфальтены и почему Татарстан считается одним из самых интересных для геологии регионов? Ответы на эти вопросы все желающие смогли узнать на мастер-классе Мишеля Палю из компании «Постнова». Мишель Палю известен каждому ученому, занимающемуся проблемами добычи высоковязких нефтей. Идеи по фракционированию природных битумов считаются революционными, поэтому лекция профессора в КФУ собрала в зале достаточно много заинтересованных. Такому приему сам Мишель Палю был приятно удивлен. Симонов Иван Михайлович относится к таким выдающимся личностям, о которых можно смело сказать следующее. Великие люди сами себе создают пьедестал, статуи же им создает будущее. Русский астроном – один из первооткрывателей южного полярного материка Антарктиды, а также выпускник Казанского императорского университета. В КФУ состоялась научно-образовательная конференция «Два плавания вокруг Антарктиды», посвященная этому великому человеку. Участники конференции – школьники, которые с большим удовольствием выступали, рассказывая о достижениях Ивана Симонова. Целями этой конференции являются не только изучение России, но и нашего великого и старинного альма-матер. А на этом у меня все. До встречи через неделю. Спасибо, Ролина. Но мы из Казани перемещаемся в Красноярск. И сейчас на связь с вами выходит Илья Кербс с новостями Сибирского федерального университета. Спасибо, Сергей. Сибирский федеральный университет готов поделиться со всей страной своими новостями. А представлю их я, Илья Кербс, и мои коллеги. В СФУ молодым ученым вручили премию Банка «Международный финансовый клуб», а профессорам-педагогам – премию за наставничество ректора Сибирского федерального. Обо всем по порядку в сюжете Натальи Лаптевой. За вклад в развитие науки в области наноплазмоники награждается рассказом Илья Леонидович.
Вот уже пятый год банк «Международный финансовый клуб» присуждает молодым ученым и аспирантам СФУ премию за результаты научных исследований, которые внесли значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук. По условиям конкурса лауреат может получить эту премию один раз. Наталья Бахова получила ее одной из первых. Сейчас она руководит научно-образовательным центром молодых ученых СФУ, а 5 лет назад была старшим преподавателем кафедры культурологии Гуманитарного института СФУ. Может, не кардинально, но премия изменила ее жизнь. У меня за этот год появилось огромное количество публикаций ваковских. Это в научной среде такая наиболее значимая публикация. Это несколько грантов, которые были выиграны. Вот эта активность научная, она, безусловно, повышается. И это дает не только финансовый стимул, а такой моральный стимул. Ты признан, ты среди вот этой шестерки наиболее таких достойных. С каждым годом молодых ученых, желающих получить признание, становится все больше. В этом году было отправлено свыше 50 заявок, и каждый проект индивидуален и неповторим. Выбрали 6 самых достойных. Поддержать вот именно сибирских молодых талантливых ученых, мы считаем, что это вот наша обязанность. Я, во-первых, сам родом отсюда, это моя родина Красноярск. Мы здесь очень много лет работали, и поэтому поддерживать именно вот наших ребят красноярских, сибирских, талантливых, я считаю, что это очень-очень правильно, чтобы люди здесь работали, развивались и воплощали все это в жизнь. Вместе с премией банка «Международный финансовый клуб» ректор университета Евгений Ваганов вручает премию за наставничество. Она присуждается профессорско-преподавательскому составу за высокие показатели в области подготовки высококвалифицированных кадров, докторов и кандидатов наук по основным научным направлениям. Самая лучшая профессура – это та, которая, во-первых, активно работает в науке, которая активно работает с предприятиями и, самое главное, которые тянется студенты. Среди лауреатов премии ректора Людмила Куликова, директор Института филологии и языковой коммуникации. Она занимается наставничеством уже больше 8 лет и сейчас воспитывает 4 аспирантов. За каждого переживает, как за себя. Сейчас испытываю в этом неповторимое удовольствие. Когда защищается аспирант, мне кажется, что накал эмоций может быть даже выше, чем когда ты сам защитил диссертацию на самом деле. Вот. И есть такая замечательная фраза у классика отечественного языкознания, поскольку все-таки я представляю лингвистику, Лев Владимирович Щерба. Вот он говорил следующее: замечательно, когда талант возводишь в светлую точку лингвистического сознания. Вот я очень счастлива, что я хотя бы 4 аспирантов уже поместила в светлую точку лингвистического сознания. Наталья Лаптева, Евгений Николаев, ТВ СФУ. Молодежный проект «Беги за мной, СФУ» открыл свою 3-ю площадку в университете. Теперь еще больше студентов Сибирского федерального университета получат возможность найти свой путь к здоровой жизни. Все подробности у Алены Мартыненко. «Беги за мной, СФУ» – это часть флагманской программы «Беги за мной, Сибирь». Каждый желающий может попробовать себя в различных видах спорта. И все это совершенно бесплатно. В проекте уже задействованы 3 площадки для тренировок в общежитиях номер 8, 14 и 22. А скоро заниматься спортом можно будет еще в общежитиях юридического института и студгородка. Мы заинтересовались этим проектом, потому что бесплатный спорт в массы нужно продвигать. У нас есть много фитнес-центров, фитнес-клубов в городе, но не у всех студентов есть возможность и в плане денежном, и в плане других каких-то причин их посещать. Принять участие в проекте «Беги за мной, СФУ» можно, зарегистрировавшись на официальном сайте проекта. Попасть туда можно также через группу ВКонтакте или специальное приложение на мобильном телефоне. Съемочная группа ТВ СФУ не упустила шанс позаниматься на одной из спортивных площадок проекта. Стретчинг – это комплекс упражнений, направленный на развитие гибкости. С первых минут занятия сразу чувствуешь, как снижается стресс после трудового учебного дня. Тренер дает массу полезных советов. Чем интересен проект, что очень много тренировок идет различных направлений, то есть это йога, пилатес, сейчас еще и стретчинг из мягких видов фитнеса. Научный факт: спорт продлевает жизнь на 5 лет. Продли ее, ведь спорт – это жизнь!
Алена Мартыненко, Наталья Лаптева, ТВ СФУ. Студенты и сотрудники Сибирского федерального университета создали интерактивный проект «Зеленая карта». Он представляет собой комплекс мусоропереработки в Красноярске, строительство которого планируется в ближайшие годы. В проекте использованы современные технологии, по которым создаются некоторые онлайн-игры. Так, для лучшей визуализации был применен формат 3D-проекции. Чтобы ознакомиться со всем комплексом, достаточно провести пальцем по сенсорному экрану. Это позволит увидеть все объекты комплекса мусоропереработки. А если навести курсор на определенный объект, появится блок со справочной информацией. Необходимость создания комплекса вообще по мусоропереработке, сортировке, она, конечно, есть, потому что в Красноярске, ну, все мы знаем, что сложная экологическая ситуация. И, конечно, создание такого комплекса, оно, конечно, необходимо. На этом у нас все. Мы продолжаем следить за новостями Сибирского федерального университета. Спасибо, Илья. Но мы продолжаем наше путешествие по медиакарте. Следующая наша остановка – это город Тюмень. На связь с нами выходит Елена Горькова с новостями Тюменского государственного университета. Спасибо, Сергей. Здравствуйте. Я и мои коллеги представим несколько наиболее интересных новостей образовательной и студенческой жизни Тюменского региона. Каким должен быть Тюменский госуниверситет через 5, 10, 15 лет? К чему нужно стремиться? Ответы на эти актуальные вопросы управленцы ТюмГУ искали на первой стратегической сессии. Провести мозговой штурм пригласили модераторов Московской школы управления Сколково. Они создали группу по 5 направлениям, предложили коллегам отойти от стереотипов и разработать шаги по созданию университета исследовательского типа. Слово «стратегия» подразумевает, что мы не обсуждаем текущие трудности или затруднения. Мы думаем, а какой университет будет через шаг. И это очень практично. Хотя кажется, что что там будет через 3-5 лет, жизнь изменится. Нет, это очень практично, потому что сейчас нужно принимать решения, которые через 5, 7 или 10 лет дадут результат. Во Дворце искусств «Пионер» состоялась пресс-конференция, посвященная плану мероприятий Тюменского регионального штаба Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего запланировано 9 патриотических акций, серия конкурсов, а также помощь ветеранам, благоустройство памятных мест и поисковая работа, которая уже помогла найти многих пропавших солдат. Уже работа у нас активно начинается, и создан региональный штаб волонтерского корпуса. В муниципальных образованиях созданы муниципальные штабы волонтерского корпуса. И просто, чтобы было всем понятно, что такое волонтерский корпус. Волонтерами 70-летия Победы может стать любой из вас, независимо от возраста. Это рассчитано не только на молодежь и на школьников, это рассчитано в первую очередь на тех людей, кто считает своим долгом сохранение памяти и сохранение истории нашей страны. К слову, родственникам одного из них, красноармейца Склюева Георгия Федоровича, на пресс-конференции была передана медаль за боевые заслуги. 18 апреля россияне вновь напишут тотальный диктант. Символично, что в год литературы площадками для проведения добровольной акции по проверке грамотности станут библиотеки. В Тюмени организатором тотального диктанта 5-й год подряд выступает Тюменский госуниверситет. В прошлом году диктант написали более 1500 тюменцев. В этот раз, по словам организаторов, подготовят более 2500 мест на 30 площадках. Кроме того, диктант будут писать в филиалах ТюмГУ в Ишиме и Тобольске. А вот кто станет автором текста, пока неизвестно. В Институте филологии и журналистики ТюмГУ впервые прошел конкурс «Мистер и Фиш». Кто получил этот громкий титул, узнаем из репортажа Анастасии Новосельцевой. Сегодня проходит первый в своем роде конкурс «Мистер и Фиш 2015». И я вам хочу сказать, что участникам очень нелегко демонстрировать свои лучшие качества под пристальным вниманием девичьих глаз. Скажи, с каким настроением ты пришла и за кого ты болеешь? Настроение у меня замечательное, а болею я, наверное, за всех, потому что в Фиже парней не так много, и они у нас на вес золота. А теперь давайте поговорим с участником, который уже выступил на этой сцене. Какие эмоции ты получил от уже первых конкурсов? Как ты думаешь, сильные ли соперники и каковы твои шансы? Позитивные эмоции. Соперников нельзя недооценивать. А результат скажет жюри. В финал прошли 5 участников, которых ожидало 4 этапа конкурсной программы. Это визитка, интеллектуальный конкурс, презентация и творческое задание. Индивидуальность каждого участника не оставила равнодушными ни членов жюри, ни зрителей. Поэтому без призов и почетных грамот не ушел никто. Номинации «Креатив», «Целеустремленность», «Гениальность» и «Вице-мистер Фиш» нашли своих обладателей.
Финал конкурса состоялся, и звание мистера Фиш получил Данил Патлин. Знаешь, если бы был приз женских симпатий, скорее всего, ты бы его взял. Скажи, в чем твой секрет, и думаешь ли ты теперь пользоваться тем, что ты теперь мистер Фиш? Ну, я, наверное, буду пользоваться, ведь большинство наших преподавателей – женщины. Надеюсь, мне это поможет в дальнейшем обучении. Ну, а мы желаем удачи следующим участникам конкурса мистера Фиш. Больше видеоновостей Тюменского госуниверситета на новом портале ТюмГУ в интернете utmn.ru. Сергей, передаю вам слово. Спасибо, Елена. Ну, а мы из Тюмени перемещаемся в Барнаул. И сейчас на связь с нами выходит Ирина Корчагина с новостями Алтайского государственного университета. Здравствуйте, Сергей. Я приветствую всех зрителей телеканала «Просвещение». В апреле десятки тысяч человек на всех континентах планеты, включая арктические станции, напишут тотальный диктант. Для тех, кто решил подойти к этой акции серьезно, организованы подготовительные курсы. Филологи АГУ, Педагогического университета и 69-й гимназии помогут освежить память и восполнить пробелы в знаниях. Первое занятие курса «Русский по средам» посетила Светлана Малюк. И лето, полное ягод и неказистых северных фруктов. Сколько «н» написать в слове «потрепанный»? Что такое эллипсис и нужно ли тире в случаях его употребления? На первом занятии курса «Русский по средам» слушатели узнали ответ на эти и многие другие вопросы. Вспомнить забытые правила, потренироваться писать мини-диктанты, разобрать трудные случаи русской грамматики помогут филологи классического и педагогического университетов и гимназии номер 69. А в качестве контрольной работы – тотальный диктант 2015. Для того, чтобы подготовить аудиторию к написанию тотального диктанта, третий год мы проводим такие занятия, которые называем «Русский по средам». Соответственно, занятия абсолютно бесплатные, абсолютно добровольные со стороны как преподавателей, так и со стороны аудитории. Они проводятся как просветительская акция. Мы готовим аудиторию к написанию вот этого тотального диктанта. Программа курса рассчитана на 7 занятий. Каждое из них будет посвящено одному или нескольким правилам русской грамматики. А когда будет известно имя автора текста для диктанта, участники начнут разбирать именно его произведение. Цель тотального диктанта и подготовки к нему – распространение моды на грамотность. Одни приходят сюда узнать свой уровень владения великим и могучим, другие – восполнить пробелы. В любом случае, вреда таких занятий точно не будет. Я всегда любила русский язык. Ну, уже, конечно, я давно не занимаюсь освежением своих знаний. И сегодня прочитала в газете «Алтайская правда» сообщение, что сегодня первое занятие. Занятие, я считаю, полезное. Если я что-то новое узнаю, я помогу своему ребенку. Она у меня сдает экзамены в этом году по русскому языку. На «Русский по средам» приглашают всех желающих. Здесь нет возрастных ограничений или записи на занятия. Все, что нужно, это желание учиться. Светлана Малюк, Лев Тюрин, учебная телерадиостудия. Бойцы социально-патриотической акции «Снежный десант» торжественно закрыли сезон. Добровольцев с теплотой принимали во всех селах и теперь ждут, когда они приедут в следующий раз. Чем так притягательна романтика «Снежного десанта» в нашем сюжете? 10 дней, 19 районов и множество добрых дел. Так провели трудовой сезон участники социально-патриотической акции «Снежный десант». Сезон выдался насыщенным на работу, и теперь время подводить итоги. После общего краевого закрытия бойцы Алтайского госуниверситета организовали свою программу и отметили завершение акции в более узком кругу. Вообще это ежегодное мероприятие, то есть закрытие отрядов «Снежного десанта», в данном случае отрядов классического вуза, то есть Алтайского государственного университета. Мы подводим итоги этой акции, мы награждаем отличившихся бойцов, то есть как бойцов нашего вуза, так и бойцов АГУ, которые ездят в отряды других вузов. Пока кто-то работает или же учится. Поздравили участников не только команды классического университета. Творческие номера показали приглашенные из других вузов гости. Такой масштаб акции, несомненно, идет только на пользу. Снежный десант позволяет не только пообщаться вам в неформальной обстановке, отдохнуть, обрести новых друзей. Но самое главное, что эта акция имеет глубокий смысл и высокую социальную миссию. Потому что она направлена на то, чтобы помогать людям, на то, чтобы позиционировать тот вуз, который вы представляете. Сами задачи этой акции, они очень масштабные, они очень многопрофильные. В этом году сезон «Снежного десанта» был посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне, поэтому и выступления были стилизованы.
Вальс под музыку военных лет, песни под гитару и проникновенные стихи никого не оставили равнодушным. Яркие творческие номера нашли отклик в сердце как у студентов АЛТГУ, так и у гостей из других вузов. Все очень круто, замечательно. Спасибо большое за то, что пригласили. Спасибо за этот праздник, за то, что на сцене происходят такие чудеса. Очень классный отряд, очень классное выступление. В конце мероприятия наградили самых активных участников акции, вручили дипломы и подарки. Снежный десант сделает еще много добрых дел, а у студенческих отрядов впереди много работы. Светлана Малюк, Лев Тюрин, учебная телерадиостудия. Качественный сайт университета может стать маяком в поиске информации и новостей, снизить нагрузку на деканаты и помочь с учебной литературой. Сайту АГУ в этом году исполняется 20 лет. Он был первым сайтом в Алтайском крае. Как и любой механизм, сайт со временем нуждается в доработке и модернизации. Разработчики постарались учесть все пожелания пользователей. Подробнее в нашем сюжете. В 1994 году в Алтайском государственном университете появился доступ в интернет, а уже через год – собственный сайт. На протяжении 20 лет он модернизировался, последняя версия продержалась 8 лет. На днях пользователи сайта могли заметить значительные изменения. Давайте посмотрим, что здесь нового. Официальный сайт университета – это его электронное лицо. Чтобы его не потерять, команда разработчиков более чем из 100 человек ведет ежедневную кропотливую работу. Стильный дизайн – не только замена устаревшему облику сайта, применение высоких технологий верстки, но и структурирование информации. Изменили свое месторасположение боковые панели со ссылками. Найти их можно внизу страницы или в шапке сайта. Появилась колонка с объявлениями. Теперь намного проще найти анонс к тому или иному мероприятию, при этом не потерявшись в потоке новостной ленты. Сразу же бросаются в глаза и даты предстоящих событий. Разработчики не оставили без внимания интеграцию с другими сайтами, импорт и экспорт новостей. Теперь, если нужно будет выложить большое количество фотографий или видео, проблем возникнуть не должно. Наш сайт ценится очень высоко. Мы в рейтингах побеждаем, движемся вперед. И последний рейтинг сайтов вузов показал, что мы процесс улучшения не заканчиваем. И внешнее сообщество на это реагирует, и наш сайт продвигает медленно, трудно, но мы движемся вперед. В скором времени у посетителей будет возможность подстроить сайт под себя, получать только ту информацию, которая ему нужна. Например, расписание группы, электронная библиотека или новости о новых грантах. Для этого надо будет ввести корпоративный логин и пароль. Разработчики открыты для общения. На электронную почту модератора можно присылать свои предложения и пожелания. Чтобы сделать сайт максимально удобным, необходимо активное участие самих пользователей. Ирина Корчагина, Лев Тюрин, учебная телерадиостудия. На этом у меня все. Увидимся на следующей неделе. Спасибо, Ирина. Вот мы добрались до финальной сегодняшней остановки. Мы перемещаемся в Ухтинский государственный технический университет. За связь с нами выходит Полина Быстракова. Сергей, добрый день и с прошедшим мужским праздником! На минувшей неделе наш Ухтинский университет присоединился к региональной акции, которую посвятили Дню родного языка. Руководство университета встретилось с давними партнерами – компанией «Транснефть», а также в УГТУ прошли масштабные соревнования «А ну-ка, парни!». Подробности не заставят себя ждать. Первый диктант на КОМе прошел в УГТУ. Ухта присоединилась к республиканской акции, посвященной Международному дню родного языка. Он отмечается 21 февраля. В этом году межрегиональное общественное движение «Коми Войтер» и «Союз Коми Молодежи МИ» выступили с новой идеей – провести в республике диктант по примеру тотального. Ухтинское представительство решило подключиться к этой акции и провести уже в Ухте для тех, кто владеет коми языком, диктант на родном языке и приурочить, естественно, к этому Международному дню родного языка. Ухтинский университет поддержал идею, предоставил для проведения зачета недавно открытую аудиторию имени социолога и культуролога Петерима Сорокина. Попробовать свои силы в народном правописании могли все желающие. В Ухте таких набралось 40 человек. Среди них немало студентов и сотрудников УГТУ. Очень многие стесняются, допустим, того, что их родной язык коми, и многие, мне кажется, еще из-за этого не приходят. А подобные мероприятия, они, возможно, как-то помогают людям перебороть это стеснение. Текст диктанта составил коми-писатель Владимир Тимин. Зачет прошел одновременно в Ухте, Сыктывкаре и других уголках региона. Ухтинский университет посетила делегация компании «Транснефть». Первый вице-президент Максим Гришанин и руководство Департамента информационных технологий встретились с ректором вуза и обсудили перспективы сотрудничества.
На рабочем совещании стороны рассмотрели вопросы создания новых образовательных стандартов и переподготовки специалистов. В рамках визита гостям показали комплекс именных аудиторий и лабораторий Транснефти и рассказали об оборудовании, на котором в УГТУ готовят будущих нефтяников. Весь лабораторно-технический комплекс университета используется для обучения разным профессиям – от инженеров системотехников до буровиков и метрологов. Подготовка специалистов по стандартизации – одна из самых актуальных. Тема для нас очень важная, потому что учет нефти, нефтепродуктов в системе Транснефти – это одна из задач, которая сейчас вот на период до 2020 года становится одной из основных. Причем речь не только в подтверждении метрологических характеристик, речь в определенных стандартах. Транснефть – один из крупнейших партнеров УГТУ. Университет является основной площадкой подготовки кадров для компаний в регионе. На сегодняшний день из 3000-ного коллектива филиала «Транснефть-Север» почти 700 человек – выпускники Ухтинского вуза. Перед долгими праздничными выходными в университетском спорткомплексе состоялись первые общевузовские соревнования «А ну-ка, парни!». В конкурсе приняли участие институты УГТУ, кадетская группа колледжа, который входит в структуру вуза, и наши подшефные из школы-интерната. 6 команд прошли испытания спортивными эстафетами и интеллектуальным конкурсом. Шансы на победу у ребят были равны, несмотря на разный опыт, связанный с армией. А ты в армии служил? Да, служил. В ракетных войсках. Подъем. Стреляли на стрельбах. Тревоги были у нас, подрывали. Просто приехал, изменился и все. Изменился в лучшую сторону? Да. Нет, в армии я еще пока не служил. А ты хочешь? Такой спорный вопрос, но вообще, я думаю, что это интересно. В жюри проректоры университета и руководители подразделений вуза. Все они – участники боевых действий в солидных званиях. Андрей Николаевич Дозмаров прошел афганскую войну. Вспоминает, не раз приходилось вести в бой братьев по оружию. Безусловно, это чувство ответственности за своих товарищей, за себя. Прежде всего, конечно, это чувство локтя, чувство патриотизма, чувство любви к родине и святая обязанность защитить свою родину. Такими событиями запомнилась прошедшая неделя в Ухтинском университете. Спасибо за внимание и до новых уже весенних встреч. Телестудия УГТУ специально для телеканала «Просвещение». Сергей. Спасибо, Полина. Вот и подошел к концу сегодняшний выпуск информационного проекта «Медиакарта Высшей школы России». Я благодарю всех коллег, принимавших участие в его создании. На этой неделе у проекта «Медиакарта Высшей школы России» наконец-то появилась своя страничка в интернете. Ее адрес – wuzmediamap.ru. На сайте вы сможете найти много полезной информации о самом проекте, ссылки на последние выпуски, а также принять участие в конкурсе. Но если вы еще не являетесь участником проекта «Медиакарта Высшей школы России», пишите нам на электронную почту mapsobaka.prosvecheniye.tv. Увидимся на следующей неделе.